И давайте послушаем нефть, на которую такими усилиями мы собирали. Вы собирали. Я тут ни при чем. Письмо Иосифу. Жизнь единственную на свете, дальновидно весь путь берег. Но как Бродский рискну по смете, близоруко взгляну вперед. Кто-то ищет в раю свой дом, а кто в ад, но остатки он грозен ли? Если слипнемся все потом, мы в осадке смешаемся в кровь земли. Это отсылает меня к стихотворению Иосифа Бродского, который только пепел знает, что значит сгореть дотла. Если вам интересно, перейдите в мой паблик по ссылке в описании в ВК. Там есть мелодекламации, там в аудиозаписи паблика Ньюберг зайдите. Там есть мелодекламации, где я эти стихи читаю под легкое фоновое музыкальное сопровождение. И я читаю это стихотворение там, в моем исполнении, можете его найти, если вам интересно. По-моему, тут идет прямая ссылка на это стихотворение Бродского сейчас. В перегной, в осадок, в культурный пласт. В осадке смешаемся в кровь земли. Изрыгая мотор огни, так горе заглушит гнев. Будто пая брыкаются корабли, по морю немым пятном растекается лужа нефть. Изрыгая мотор огни, так горе заглушит гнев. Утопая, брыкаются корабли, по морю немым пятном растекается лужа нефть. Чьи-то головы на цепи, чьи-то цепи держали крест. Тяжко с молоду, но цвети. Мне нравится гитарка на фоне, мне не нравится ее звук, типа, сори, кто битмейкер? Анкл Боб, если ты в чате. Если это ты сводил, у меня к тебе большие вопросы по балансу, и есть вопросы по тембру электрогитары. Мне кажется, что здесь надо было чуть-чуть по-другому позиционировать звучание. Она ебучая довольно по тембру, она очень ядовитая, она очень на уши давит. Поэтому ее, скорее всего, увели подальше в миксе. Она перетоплена в миксе, ее должно быть больше, но при этом она должна меньше лезть вперед. То есть тут двойное такое с соло-гитарой, которая на фоне. Она очень красивая, она красиво написана по партии. Но по тембру, блядь, я понимаю, почему звукарь, если это ты сводил, я понимаю, почему ты ее опустил ниже, потому что она очень берет на себя внимание. Но это во многом задается ее тембром. И вот тут вот надо компромисса было поискать, на мой взгляд. Опять же, если вы ждете здесь чье-то мнение, кроме моего, вы либо долбоеб, либо долбоеб. Потому что у меня есть только мое мнение, я транслирую его, если оно вас каким-то образом задевает, ну, сорян. Заведите себе свое и отстаивайте. Мне кажется, что эту гитару можно было сделать в 10 раз пизже, и тогда было бы прям хорошо, потому что партия классная. Она вписывается прям хорошо в музыку, но вот тембрально... Она вписывается хорошо в музыку, но она плохо вписывается в микс. И вот это мне не нравится. А так, в целом, за партию респект. С молоду на цвети, раз есть время, то жаль в обрез. Обрез пулями зарядить, сразу кайф, ты мужа нефти. Показались глаза родни, в них слеза растекалась, как лужа нефти. Изрыгая мотор огни, так горе заглушит гнев, будто побрыкаются. Мой ритм гитары, блять. Ладно, я не буду уже бомбить. Ребят, все то же самое, все, что я говорил про... До последнего Люмана, про чемпионов пепла, про гитары в гитаррик, в линию записанные. Просто Ctrl-C, Ctrl-V сюда. Звучит дешево, звучит плохо, нарушает атмосферу, нарушает звучание инструментала. Мотор огни, так горе заглушит гнев, будто побрыкаются корабли. По морю немым пятном растекается лужа нефть. Изрыгая мотор огни, так горе заглушит гнев, утопая, брыкается. Кстати, вот этот ход наверх, на ни, он хороший у него. В ноту не попал. И по морю немым пятном растекается лужа нефть. Мы пытаемся говорить, мы пытаемся понимать. Я оттуда, где все горит, убегаю, не помня мать. Забывая, кто мой отец. Что?
оттуда? Куда? Говорить мы пытаемся понимать, и оттуда, где все... А, оттуда. Оттуда, все нормально, нет, меня нашифровалось нихуя. Бегаю, не помня, мать, забывая, кто мой отец. Повторяю все, броси ниц, но взлетая, наконец, примыкаю во строй синиц. Летящий над морем вдоль, так как Коля вращает земную сферу. И если распад начинают с воли, а из воли, как знаем, берется вера. Кто выходит из веры, идет распад. Посмотри, я хочу сказать, где распад, там энтропия. Но на что распадаться миру, так чтобы понять, опять попытаюсь вас процитировать. Извините за прямоту. Мы останемся смятым окурком, плевком в тени под скамьей, куда угол проникнуть лучу не даст. И слежимся в обнимку с грязью, считая дни в перегной. В осадок, в культурный пласт. Ребята, это ровно то стихотворение, которое я читал у Бродского. Перейдите в мой паблик. Ссылка в описании под стримом. Паблик Нюберг, аудиозаписи. Бродский, только пепел знает, что значит сгореть дотла. В моем исполнении, послушайте, это хорошая мелодикламация. Я прям одна из работ, которой я горжусь. В осадок и в такой же культурный пласт, заморавший совок. Археолог разинит пасть, трогнуть, но его открытие прогремит. Весь мир, как зарытая в землю страсти, как обратная версия пирамид. И все же я вам отвечу, быть может, мы тоже подали. Но не станет, увы, дальше земля от птиц. Кто жить может в неклетократно растущая энтропия страшна для любых частиц, будто атомы или буквы. У слов тоже есть свой распад. Излагаюсь, как анимефа. Раз так, то слова повязнут во рту и будут на вкус, как нефть.